В Темиртау продолжаются работы по газификации частного сектора. Сегодня доступ к голубому топливу имеют 1637 абонентов соцгорода и микрорайона Отрадное. Из них 942 дома уже пользуются центральным газом. Завершить все необходимые работы в этих районах планируется до конца года. Что касается правого берега и старого города, где газом необходимо обеспечить 1727 домов, уже осенью текущего года у жителей будет возможность подключиться к сетям. Подключение к сетям газоснабжения состоит из следующих этапов. Это первое – подача заявления абонентам в адрес газораспределительной организации, то есть на выдачу технических условий для подключения к сетям газоснабжения. Второе – это у нас рассмотрение газораспределительной организации на предмет полноты и соответствия предлагаемых документов. Потом, после этого, в течение от 5 до 10 рабочих дней, в зависимости от сложности объектов, выдаются абоненту технические условия. Технические условия выдаются бесплатно. Для подачи документов необходимо обратиться в акционерное общество КАЗ «Трансгаз Аймак» по адресу улица Менделеева, 11. После получения технических условий потребитель может выбрать подрядчика для установки газового оборудования в доме. Таких фирм по области насчитывается больше 60. Нужно в первую очередь обратить внимание сейчас, нужно проверять подрядчиков на предмет, то есть наличие соответствующего разрешения документов, это соответствующая лицензия, аттестат на, то есть, подрядчика. И нужно будет ссылаться на отзывы самих жителей жилого массива, которые уже которые ранее подключили. Отметим, в этом году начнется также строительство сетей в районах квартала АБВ, Горки Дружбы, 9А микрорайона, Отрадного и района Хлебзавода. Подключить эти дома к газу планируется в следующем году. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.